Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша, добро пожаловать на мой канал. И сегодня в этом видео я вам, как и обещала, распакую 4 коробочки Lost Kitties и проверю вместе с вами, возможно ли собрать целую полную коллекцию вот этих вот маленьких потерянных котят, купив при этом 4 коробочки рандомных, и то есть попадется ли мне сейчас все вот этих 20 котиков, которые здесь как бы идут в коллекции. Вот здесь вот напоминаю то, что в этой коллекции находится 20 котиков. На всякий случай я также сюда притащила пакетик с этими котятами из прошлой распаковки. Он стоит по ту сторону камеры, и в конце видео мы посмотрим, может быть, будет возможность собрать коллекцию хотя бы из 5 таких коробочек, но я очень надеюсь на то, что, купив 4 рандомных пакетика молока, можно собрать коллекцию. Но это, конечно, немножечко из разряда, типа, невозможного, но я верю и в такое, поэтому давайте скорее открывать эти коробочки и смотреть, получится ли собрать коллекцию или нет. И да, я хотела вам сказать большое спасибо за актив под прошлым видео с вот этими вот котятами. Вы прям взорвали лайки, вы собрали очень много лайков. Я не помню, сколько просила, сколько собрали, но на тот момент, когда я покупала вот этих вот потеряшек котят, вот эти 4 коробочки, там уже было намного больше лайков, чем я вас просила. То есть вам эта тема интересна, именно поэтому мы сейчас их будем распаковывать. Так что берем коробочки, оставляем в стороночку, берем одну коробочку и начинаем вскрывать. И достаем первый лоточек с молочком. И первый лоточек по традиции у нас беленький. Итак, открываем. Кстати, многие спрашивали, сколько стоят эти котята. Одна коробочка стоит вроде бы 1500 рублей, либо 1590. Короче, 1500 рублей стоит одна коробочка вот этих вот потерянных котят. Вау, это что, вантус что ли? Нет, это Юла. Это не вантус. Это было похоже на вантус, но нет, это Юла. Я все время не умела такими играть. Подождите. Короче, это не мое. Они у меня всегда почему-то не вот так вот не заводятся. Не в этот раз. Так, первый пакетик. Второй пакетик. И смотрим. Вау, это что такое? Так. Это... Я так думаю. Смотрите, это такая штучка какая-то похожая на какой-то шлем. Но внутри здесь есть какой-то промежуток. Ну, то есть углубление. Мне кажется, можно с этой штучкой лепить что-нибудь. Ну, проверим. Да, реально, я слепила курицу. Я слепила курицу для моего котенка. Смотрите. Не знаю, передаст, конечно, камера такие мелкие детали или нет. Но это прям реально курица. Форма курицы. И подсказки у нас следующие. Это вот такой вот сиреневый котик как раз-таки с Юлой. И вот такой вот толстенький какой-то котик-обжора, которому, видимо, и предназначалась вот эта вот миска, по всей видимости, потому что здесь нарисована миска. И теперь давайте смотреть на самих кошечек. О, боже, какой он красивый. Смотрите, вот она, вот эта киска сиреневая. Здесь она нарисована в сидячем положении, а по факту она как будто такая прилегла и готова, короче, играть с этой игрушечкой. И теперь достаем из этого пакетика. Ой, она такая большая. Блин, это реально кот обжора. Смотрите, какой он толстый. Он просто вообще жирный котяра. Блин, он такой крутой. Он прям реально как на картинке. Один в один, такой же жирненький. Но даже на картинке худее, чем в реальности. Он прям жирнючий котяра. Окей, убираем этих двух кошечек в стороночку. И их игрушки тоже убираем. Так, 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 достаем следующий лоточек. И это у нас шоколадное молочко. Открываем и сразу же смотрим. Ни разу еще так полностью все не доставала. Так, ну здесь подсказка, прям смотрите, какая вся заляпанная. Это у нас кот спицы, опипеть, опипеть, офигеть. Вот, видимо, это не пицца, это хот-дог, смотрите. Но подсказка настолько вся заляпанная, что вдруг вам не видно, я ее, смотрите, очищу. Смотрите, пицца, хот-дог, что же будет интересно здесь? Может быть, здесь будет котик прям спицей. Открываем, вау, реально, о боже, он шикарен, смотрите, он в пицце. И худок у него, видимо, на закуску такой, ам-ам-ам-ам-ам-ам. Пиццы пожрал, в пиццу оделся, а худок как бы, ну, на десерт у меня останется. Крутяк.
классный котик, вообще очень красивый. Я его хотела, кстати, из этой коллекции, потому что, когда я смотрела лист коллекционера, вот именно этот котик привлек тогда мое внимание. Но сейчас я это все забыла, поэтому я забыла то, что был там такой котяра. Ну, короче, вы меня поняли. Все, убираем стороночку. Достаем следующий лоточек с розовым клубничным молочком. Блин, оно такое яркое, такое красивое. Блин, неужели там тогда такое же было молоко розовое, прям сильное, что-то уже забыла. Так, это какой-то столб, типа водяной такой пожарный. Достаем пакетик с кошкой. С кошкой, с котиком, с котеночком. Это же потеряшка. Ой-ой-ой, я вижу то, что у нас были зелененькие котики. Ой, он свернулся, как змея, смотрите. Котик прям как змеючка какая-то. Ладно, давайте смотреть на котика. Тыкс, тыкс. И, блин, он реально так свернут, смотрите, обалдеть. Тоже милашка. И один-один, как на фотографии. Только честно, я не понимаю, при чем здесь вот эта вот штучка. Как вы думаете, что это такое? Мое предположение, то, что это пожарный такой столб. Они у нас вообще не стоят, но типа в других странах я видела, они стоят. Такие пожарные столбы, и туда прикручивается такая пожарная штучка. Ну, в общем, вы меня поняли, вы все прекрасно смотрели какие-нибудь зарубежные фильмы, мультики, и вы знаете, что такое пожарный столб. Но при чем здесь он, мне не совсем понятно, поэтому, пожалуйста, напишите ваши предположения в комментариях. Но мы убираем этого котенка в сторонку и достаем следующий секретный, можно так сказать, лоточек. Здесь должны быть разноцветные всякие штучки. Кстати, вам в прошлый раз не показала, какая здесь красивая упаковка, но я думаю, вы так заметили, и сейчас вам покажу. Ну, а теперь давайте открывать. Это мой самый любимый лоток, потому что у него самый-самый красивый вот этот вот, красивый, красивое тесто, вот это вот молоко. Ой-ой-ой, там что-то огромное. Прям, ого. Здесь много всяких приколюшек, это самая, так сказать, отличительная черта. Смотрите, можно слепить рыбку. Давайте прям сейчас слепим. У-ху, смотрите, рыбка. Походу, у нас будет котенок, который очень любит рыбку. Окей, рыбку я слепила. Ставим вот эту вот емкость сюда, формочку. Пакетик, здесь прям что-то квадратное. Так, далее. Это фрисби, что ли? Или нет? Или печенька? Вот, смотрите. Мне напоминает фрисби и еще какую-нибудь печеньку, типа с шоколадом, потому что здесь всякие такие штучки. Вот. Ну и достаем подсказку. А, мне еще кто-то писал, то, что это не подсказки, а карточки коллекционера. Ну, для меня это как бы подсказки. Может быть, конечно, и карточки, я не буду спорить. И, блин, это джекпот, это котенок. Это котенок, блин, в этом пакете, офигеть. Все, достаем, 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 достаем. А, да, обалдеть, это он, смотрите, это золотой, это фигурка из второй серии или наоборот из первой, короче, это типа редкая фигурка в пакете, обалдеть, она классная, только пакет какой-то очень светлый, мне кажется. Вот такой вот милашка, он типа такой вот с этой печенькой и с формочкой для рыбки, ну и рыбка у него уже тоже есть. Вот такие пироги, убираем это тесто сюда обратно, убираем этого котенка к остальным. Его друзьям все вот эти вот его приколюшки тоже убираем. Ну и, конечно же, рыбку, чтобы он там ей полакомился. И переходим к следующему. Тут уже не лоточек, тут я йогурты их называю. Как на самом деле называется, я так и не знаю. Давайте сразу достану отсюда пакетик. В этом пакете, кстати, невероятно удобно хранить этих кошечек. Я их здесь и храню пока что. Убираю его в сторонку. Это, я думаю, вы все прекрасно видели. Но давайте я вам покажу один раз в этом видео вот эту вот штучечку. Это как типа листа коллекционера. Ориентироваться мы сегодня по ней будем. То есть собрали мы всю коллекцию или нет. Вот она вся коллекция всех вот этих кошечек. Вот это типа первая серия, а вот это вот вторая серия. У меня уже есть вот такая вот кошечка из прошлой распаковки. Теперь уже есть вот это вот в пакетике. Вот. Больше всего я мечтаю об этой. Ну, это тоже, конечно, прикольно. Но вот эти две были две мои мечты. Вот это уже сбылась. Теперь надо, чтобы вот этот тоже попался. Вообще надо, чтобы все, конечно, попались. Ладно, все, лист коллекционера вам показала с той и с другой стороны. Убираю его. Теперь давайте распаковывать вот эти вот йогурты маленькие. Я их все четыре штучки достала. И теперь открываем по порядку. Здесь обычно всякие аксессуары лежат.
И они прям на самом дне, просто там внизу. О, боже, это такая милота, вы посмотрите. Просто зацените, у наших кошечек будет теперь уточка. Ох, как это тесто, не люблю я отколупывать. Напрягает то, что во всякие мелкие такие узкие места оно забивается, и очень сложно оттуда его убрать. В общем, вот такая вот маленькая милейшая уточка. Так, открываем. Боже, это ложка. Это ложка. И отдаем ее нашей уточке. Смотрим, третий йогурт. Ой, там что-то красненькое, что-то красненькое и что-то большое. Похоже на какую-то, как будто вазу. А на самом деле это не ваза, это кофеечек. Это прям бутылочка кофе. Ой, не бутылочка, а стаканчик с кофе. Все, я постаралась его максимально очистить. Здесь, конечно, немножечко вот этого теста осталось, но потом оно засохнет и вообще можно будет легко удалить. В общем, вот такая вот, вернее, вот такой вот стаканчик с кофе. Смотрите, здесь даже лапка у него прорисована. Все настолько качественно сделано, что я до сих пор удивляюсь, насколько вообще, ну реально качественно. И давайте смотреть последний йогурт. И что же здесь? Мне кажется, здесь должен быть сотовый телефон. В этой распаковке еще не было ни одного телефона. В прошлой были, я помню. Нет, здесь что-то очень тоненькое. Смотрите, там какая-то палочка торчит. Неужели еще одна ложка? Может, и вилка? Ножик? Это... По всей видимости, это кисточка какая-то, смотрите. Ну, типа, по форме очень напоминает кисточку. Вот как-то так выглядит вот этот вот мини-набор из 4 аксессуаров, который был в этих 4 йогуртах. Больше всего мне понравилась эта уточка. Она очень-очень-очень-очень милая, короче, вообще просто милота. Напишите в комментариях, что вам больше всего понравилось из этого набора юного туриста. Ну, реально юный турист. Ложка, кисточка, стаканчик и уточка. Все самое важное, все самое нужное. Итак, берем второй уже пакетик молока и тоже его открываем, 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 открываем. Тыщ! И достаем первый лоточек молока. И опа! Быстро он у нас открылся, смотрите, здесь прям видно этот пакетик голубой. Давайте его максимально аккуратно достанем, слушайте, ни разу так вот не доставала, может быть так будет проще. Просто лайфхак. И смотрим подсказочку. И я понимаю, что у меня уже есть такая кошка, у меня уже была такая подсказка, и такая тоже была. И походу это повторочка. Надеюсь, что не всех лотков. Ты помнишь такое? Короче, это 100% повторка, потому что снова здесь у меня идет мышь, ракушка. По цветам не помню, какого все цвета было, но вот по самим игрушкам все то же самое. Давайте откроем пакетики и все-таки удостоверимся в том, что мне уже попались повторочки. Так-с. Кошечка с рыбкой во рту в аквариуме. Да, она у меня уже была. И здесь должен быть зеленый такой ученый. Да, это реально он, просто один в один, вот они. Киса и еще одна киса, киса в аквариуме, киса ученый, вот эта вот мышка ученым, это киси в аквариуме. В общем, первая повторочка. Держим кулачки, чтобы следующие игрушки были не повторочки, потому что это будет капец, если полностью вся вот эта вот весь пакет, это будут повторки. Надеюсь, что это не так все делается, все происходит, но мы сейчас узнаем. Берем следующий лоточек шоколадненький. Слушайте, просто лайфхак для тех, кто не хочет, допустим, руки пачкать, да, в этом тесте вот так вот делаем. Надеюсь, сейчас тоже сработает. Так, вывалим вот эту вот котлетку, берем подсказочку, смотрим. Что-то не помню, была такая или нет. Гитара, да, гитара уже точно была. Ё-моё, это просто полнейший, наверное, будет фейл, так сказать, если все они будут повторками. Ладно, давайте смотреть, не будем гадать. Да, у меня была точно такая же просто кисуля уже. Она была, надо было их быть... Короче, надо было их поставить на стол, ну ладно. Вы все прекрасно и так знаете, то что она мне уже попадалась. Поэтому убираем ее в сторонку. Берем следующий пакетик с розовым молочком. Открываем, 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 достаем, достаем. Котлетина розовая.
пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Блин, все понятно. Это теперь, видимо, кладется прям по сериям в коробочке молока. Если попалась одна повторка, значит, будут все повторки. Потому что, смотрите, кисуля. Я думаю, вы ее помните, если смотрели предыдущее видео. Мишка, короче, у кисули, она будет такая спящая, здесь такого синего цвета, в принципе, как и вот на этом вот буклетике, я не знаю, там карточки коллекционера. Тыкс, тыкс. Вот она кисуля, вот он Мишка, и все классно. Самое главное, чтобы следующие две коробки с молоком были абсолютно разные, чтобы там не было повторов. То есть, если это повторка для меня, то есть я-то тут хочу полностью проверить коллекцию, можно ли собрать из четырех коробок. Короче, если я взяла 4 разные коробки, то это супер. Если нет, то, блин, капец, придется докупать еще, чтобы собрать реально всю коллекцию, потому что я не смогу не собрать всю коллекцию. В общем, эту кисулю убираем в стороночку. Так, достаем следующий лоточек. Ой, он сразу достался без вот этой штучки. Мой любимый, смотрим, что же здесь будет. Здесь коллекционная игрушка, но по идее здесь должна быть такая, какая у меня попадалась в первом видео. Ну ладно, 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 ладно. Да, это, смотрите, котенок, который лежит в чашечке от попкорна. Вот он сам попкорн, сиреневый такой. Достаем пакетичек. Это бургер. А, погодите, я его достану. Вот он, бургер. И в пакетике должна лежать кисаня. Та-дам! Вот она самая кошечка. Вот вообще она такая красивая до сих пор, просто не могу от нее. Она такая вся золотая, такая вся блестящая, просто мимимишная. И переходим пока что вот сюда, пока я уберу мусор. Я думала, уже сливок нету, где они? Они наверху. Надо было просто потрясти по бутылочке молока. Вернее, не сливки, а йогурт. Достаем, 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 достаем. Но по идее здесь должны быть аксессуары, которые я уже видела. Ну ладно, давайте все-таки посмотрим. Вы-то вдруг не видели, поэтому надо смотреть. Так, все, я распаковала все 4 штучки, ну, вернее, убрала лишнюю упаковку, теперь вскрываем. Так, и здесь у нас мышка, наружка, которая упрыгнула. Вот она, смотрите, мышка. Открываем. И лайфхак, кстати, почти рабочий. Так, это что-то, это совочек, да, это совочек вот такой вот зелененький. Идем дальше, что же будет здесь? Так, очень много теста и нету ничего, а нет, нашла, это мобильный телефон. Кстати, в том видео он у меня был розовым. А здесь должно быть что-то непонятное, типа огурца. Что это такое? Посмотрим, сюда положили такую же непонятную вещь или нет. Так, смотрим, смотрим, и здесь тоже. Вот это непонятное нечто вообще, что это? Кто-нибудь знает, что это кишью, я не знаю, банан, колбаса, ну что это такое? Ну что это реально? Пожалуйста, напишите в комментариях, если вы реально знаете, потому что я что-то не нашла никакой подсказки. Мне это напоминает кешью, банан, колбасу, сосиску, сардельку. Ну, в общем, вот что-то типа такого. Вот он, наборчик аксессуаров из этой коробочки молока. Убираем ее сюда в коллекцию, вот это вот все. Берем третий пакетик молочка, открываем его тоже. Ох. Давайте, пожалуйста, не повторки, пожалуйста, 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 достаем, 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 достаем. Первый пакетик белого молочка. Прям, пожалуйста, держите кулачки, я прям за себя держу кулачки, крестики, нолики, что там держать надо, чтобы это была не повторка. И смотрим, 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 подсказка. Фух, вроде бы все хорошо. Здесь какой-то котенок, которого я еще не видела. Смотрите, вот такой вот зелененький. Есть еще вот такой вот зелененький пончик. Ой, зелененький, желтенький пончик. А, это вообще милота. Смотрите, какой необычный. Он такой сидит в шлеме и рубится в какую-то игровую приставку. И как раз-таки для него есть вот такой вот джойстик желтый, крутой. Смотрите, какая штучка классная. Обалдеть, да? Такой джойстик прям как будто реалистичный. Так, ну а теперь смотрим на этих котят. Я тут, кстати, вооружилась ножницами, поэтому буду вскрывать эти пакетики еще быстрее. О, смотрите, какой классный! Боже, он очень-очень-очень милый.
У него шлем напоминает кожуру от лука красного, да? Я не знаю, мне одной напоминает этот шлем или волосы, это как будто он лук красный одел на себя. Открываем следующий пакетик. И здесь зеленый кот, который тусит. Ой, здесь у него такие, смотрите, черные выразительные глаза на картинке. А по факту они большие, но белые. Короче, ожидания и реальность немножечко не совпали. Но зато у него есть вот такой вот классный пончик. Он такой хрум-хрум-хрум. Он как будто прыгает, знаете, такой, как будто в полете. Ха-дыщ! И, блин, я так счастлива тому, что этот пакетик это не повторка. Получается, сейчас все кошечки будут те, которые мы с вами еще не видели. Это так круто просто. Ура-ура-ура-ура-ура-ура. Достаем следующий. Платочек шоколадненький. Смотрим, смотрим, смотрим. О, что-то не хочет открываться. Ура. Ну, прям лайфхак, реально очень удобно так доставать это молочко. Здесь котик с хлебушком. Боже, ну посмотрите, пожалуйста. Ну, как такое вообще можно было придумать? Он с хлебушком и думает о хлебушке. Котик думает о хлебушке. У него есть, смотрите, кружечка. Это же кружечка, правильно я понимаю? Ой, ну нифига она так засела в это тесто. Вот она кружка. В ней очень, вернее, на ней очень много теста. Но я это потом обязательно исправлю. Теперь давайте смотреть на котика. И скрываем котика. И та-дамс! Ого, у него такой хлеб поджаристый, смотрите. Он прям черная корочка у него, а хлеб сам хлеб. Хлеб сам по себе белый, а корочка прям такая коричневая, вся поджаристая. Очень крутой, прям очень необычный, класс. Good morning, everybody. I love coffee. На утро. Короче, вы поняли, да? Такой прям комплект у него утренний. Убираем его в нашу коллекцию. Смотрите, сколько уже котянок. Их так много, просто капец. И еще нам сколько с вами распаковывать. Я очень-очень рада, то, что решила вместе с вами собрать эту коллекцию. Потому что я люблю собирать коллекции, но, блин, у меня обычно это не получается. Вот, например, Гарри Поттера я так и не могу найти прозрачного, ну, невидимку Гарри Поттера. Кто знает, где его взять, напишите в комментариях, потому что я уже замучилась. Нету нигде. Нигде. Я достала розовое молочко и открываем. Вау, здесь кот-инженер. Он спит, причем за компьютером. Ну, такой себе инженер или какой-то... А, нет, блин, ребят, короче, это диджей, это не инженер. Он за пультом. Я сначала не поняла, я думала, он за компьютером сидит. Потом я увидела нотку, увидела, короче, вот это все и поняла то, что это... Эй, диджей, мьюзик. У него и саксофон, мне Денис подсказывает, потому что я забыла, как называется этот музыкальный инструмент. Он такой большой, я уже прям чувствую. Он желтенький, он красивый. Офигеть, он прям вот с этим музыкальным инструментом. Он такой, как будто весь в нирване. Смотрите, закрытые глаза у него. Кайфовый. Кайфовый котенок. И переходим к следующему. Здесь волшебное тесто. Вот это вот, ну я его называю волшебное уже, как только не назвала. Короче, смотрим, какая же у нас сегодня игрушка будет из второй коллекции. Так, 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 так. Реально, жесть, жесть, это он, это он, это он, это он. Смотрите, у него есть такой магнитофон. Скейтборд, он вообще у нас модный, хипстер такой, скейтборд, магнитофон, очки, все как положено. Вот, он у меня аж руки, не знаю, трясутся, я прям, я так счастлива. Открываем, открываем, открываем. Смотрите, это он, это он, это он, с большими очками, о котором я так мечтала, и которого так сильно хотела. О, он шикарный. Так. Микрофон тебе, твой скейтборд. Но скейтборд, чувак, тебе в самый раз, я думала, будет маленький. Ну, музыкальное сопровождение у него так себе, конечно, но... Да ладно, короче. Микрофон сломался просто. Ну, короче, авария у него произошла.
Он еще только учится на скейтборде ездить. Тыф-тыф-тыф-тыф. Опа, ну, короче, вы поняли, он такой ездит, такой крутой по району на скейтборде и слушает микрофон. И переходим с вами, уже думала, к следующей штучке, но нет, здесь еще остались, смотрите, вот эти вот штучечки. Так, я это уберу. Ну что, смотрим, что же у нас здесь по аксессуарам. Достаем это все. Вот эти все йогурты. Кстати, я вас в прошлый раз спрашивала, и в этот раз спрошу, как вы думаете, это йогурты или сливки? Все, я все достала, теперь открываем первую штучечку и выколупливаем это все, так сказать, аккуратным методом. Аккуратно не получается, поэтому неаккуратно выколупливаем. Где там? Где там? Пусто, что ли? Ничего нету? Нет, я что-то нащупала. Что-то желтое, и это, по всей видимости, это виноград. Смотрите, и это вот такой вот желтый виноград, сорт как-то называется, очень, наверное, необычно, потому что он весь полностью желтый. Смотрим дальше, открываем вторую штучку, и здесь у нас мороженка, реально, это рожок, обалдеть. Наверное, все-таки это рожок. Короче, здесь у нас полный холодильник какой-то получается, очень много еды, виноград, рожок, смотрим дальше, что же здесь будет. Ого, это какая-то массажная щетка. Или расческа, или щетка. Больше напоминает щетку массажную такую. Так вот, что. И последний йогурт у нас на сегодня. Нет, не на сегодня. На эту коробочку. Открываем его. О, это что-то большое. А, была уже такая штучка. Ну, типа такой, не помню, такого цвета или нет. Вообще что-то непонятное. То ли чехол на телефон, то ли какой-то планшет, то ли зеркало какое-то, то ли вообще телевизор. Я до сих пор не разобралась. Смотрите, как это выглядит спереди, как это выглядит сзади. Здесь какой-то отпечаток лапки. Но судя по тому, что здесь есть типа отверстие для зарядки, наверное, это типа телефона или планшета. Или это просто какая-то дырочка, я не знаю. В общем, вот такие вот аксессуары были в этом пакетике молока. Убираем их в стороночку и переходим к следующему пакетику. Берем последний пакетик, и, боже мой, у меня уже сердце прям бьется, потому что я его сейчас открою, прям вот так открою вместе с вами, открою, говорю, открою, и мы по первому же лоточку поймем, соберем мы сейчас коллекцию, либо же нет, вот просто сейчас решается прям вся судьба, получится собрать полную коллекцию или нет, у меня это повторный пакетик молока, и тогда, блин, просто будет капец. Пожалуйста, поддержите меня, поставьте лайк под этим видео, просто так поставьте. Не люблю, когда выпрашивают, но я не выпрашиваю, я просто вас прошу, ну, короче. А теперь достаем. Сердце уже стучит, уходит в пятки. Как вы думаете, получится ли у нас собрать всю коллекцию? Мы сейчас поймем по подсказке. Нет! Все, нафиг эту распаковку еще. У меня будет... Просто вот вы прикидываете, в первой распаковке было, и во второй распаковке, в сегодняшней, два, у меня получается три будет одинаковых пакета с молоками. С молоком. Короче, капец, я не собрала коллекцию. Теперь вы знаете то, что невозможно собрать коллекцию, купив 5 упаковок Lost Kitties. То есть мне сейчас придется сходить в магазин, купить еще, чтобы собрать полную коллекцию. И не факт, что я угадаю. Если не угадаю, придется еще сходить купить и еще. И я такая думаю, блин, боже мой, что делать? Ладно, давайте распакуем, посмотрим здесь. Блин, тут даже ракушка красная, вы понимаете? Даже такая же красная ракушка. Кстати, если вдруг у вас есть те самые кошечки, которых нету у меня, ну, короче, вам попался тот самый пакетик молока с вот этой вот кисой, которая называется Boops. И давайте посмотрим, каких кошек у меня еще нету. Вот этой кошечки у меня нету. А, вот этой кошечки у меня нету. Вот этой кошечки у меня нету флеша. И, по всей видимости, вот этой кошечки у меня нету.
Если вдруг вы тоже собираете вот этих вот потерянных котят, и у вас есть вот эти вот кошечки, которых нет у меня в двух экземплярах, а нету тех, которые есть у меня аж целых трех экземплярах, то, пожалуйста, напишите мне в директ в Инстаграм или здесь лучше в комментариях и прикрепите там какую-нибудь ссылку на свою социальную сеть, я не знаю, там на почту. Мы с вами обменяемся, я просто с удовольствием поменяюсь с кем-нибудь этими кошечками взамен на тех, которых у меня нету. Иначе мне придется в магазин идти покупать и снимать следующее видео и продолжать пытаться собрать эту коллекцию. Кстати, да, если вы хотите, чтобы я вместе с вами продолжила собирать эту коллекцию, то есть купила еще один пакетик молока, с вами его открыла, и мы с вами бы посмотрели, получится у меня собрать коллекцию наконец-таки или нет, то тоже напишите об этом в комментариях, типа, Маш, купи еще один пакет молока и попробуй все-таки добить свою коллекцию, вот. Такие дела. Ну, а дальше, я думаю, даже нету смысла открывать этих котяточек. Ну, как бы, давайте вот просто откроем для интереса, как говорится, вот этот вот шоколадный. Я уверена, он все 100%. Да, да, вот он. Желтенький вот этот вот котеночек, который там гитара вот его. Ну, короче, вы уже все это видели сегодня, да и не только сегодня. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить большие пальчики вверх, подписываться на канал и напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли мне купить еще одну коробочку Lost Kitties и открыть ее вместе с вами и посмотреть, получится у меня все-таки собрать мою коллекцию или нет. Это очень важно, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну а на этом все, я вас очень сильно всех люблю и увидимся с вами совсем скоро, до скорых встреч, всем пока! У-ху!